выпускники не могут пойти на праздник последнего звонка в школу, но праздник может прийти к ним домой. Почти 3 месяца ребята посещали уроки онлайн благодаря платформе Zoom. И начнем мы, пожалуй, с нашего классного руководителя и учителя физики Натальи Петровны. Самому лучшему классному руководителю хочется посвятить самые теплые, добрые, искренние, душевные, полные благодарности и уважения слова, которые выражаются в одном предложении. Мы вас любим. С праздником, с последним звонком. Здоровья, счастья во всех сферах деятельности. Школьный год подошел к концу. Немчиновский лицей подготовил большую концертную программу для выпускников 9 классов, чтобы, несмотря ни на что, у них остались самые яркие впечатления об этом дне. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Всем добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Все как на обычной линейке. Младшие школьники старательно читают стихи, звенит звонок, педагоги выступают со словами напутствия. Также волнительно. К сожалению, не можем мы собраться, как нам хотелось, с детьми в школе. Очень хотелось их обнять, пожелать им дальнейшей дороги, а тем, кто покидает Немчиновский лицей, идут дальше, поступают в колледжи. Слезы на глазах учеников и их педагогов не только от трогательности момента, во многом от сожаления, что в этом году последний звонок совсем другой. Они не могут быть рядом. Пандемия внесла свои коррективы. А детство уходит, очень жаль. Все проходит, но февраль. Качается и март, начинается весна. Не только как учиться по сети, но даже попасть на выпускной знают теперь все школьники страны. Последний звонок 2020 точно запомнится своей непохожестью на все предыдущие. Такое в жизни не повторяется, тем более онлайн. Екатерина Тулупова, телекомпания «Одинцова».